торговый центр. Народ, всем привет! Какой Славик в гости приехал. Алло. Да. Можно, но не сегодня. Ну да, заранее созвониться. Ну а что там смотреть? У вас... Дайте я наберу сейчас чуть попозже. Ладно, 5 минут. На рыбалку едем. Тихо. Слава по телефону базарит. Все, я перезвоню. Проехали весь центр со Славиком Калуги. Хотели центр вам показать. Но зато батареечку ему маленькую купили. На что батарейку взяли с тобой, Слав? На прицел. Будешь сегодня... Ну, посмотрим. Как вы видели, машинку я обзорчик сделал вам небольшой. Это у нас Финик. Инфинити какой, Слав? 56-й. Здоровый, блин, аппарат. Ну что, Калуга приблизительно вот так летом выглядит. Чего еще, Слав, мы можем показать зрителям? Ну, что мы, театр проехали, да? Да. Драмтеатр, дом быта, весь... Там он был. Площадь, с фонтаном. Площадь Победы. У нас такая заочная, да, экскурсия? Да. А напротив улицы там пешеходная была. Осталось только показать вам 21 век торговый центр. Да. Ну и то нормально, что. И Калуга на этом заканчивается. Не сильная историческая получилась экскурсия, да? Ну да. Ну пойдет. Церквей много, но мы их тоже уже проехали. Ну что, вот он, торговый центр, 21 век называется. Это у нас сквер Мира кольцо, вот оно. Здесь что за здание такое высокое? А, арбитражный суд Центрального округа. Вот, ребят, что есть в Калуге-то у нас. Вот такая у нас гостиница здесь есть. Как называется? 4 Point. 4 Point, да. Как она заселена, непонятно на сегодняшний день. Вряд ли там кто-то в ней проживает. Почему? А ценник сейчас не дешевый. Да ладно, да? Ну не знаю, потом на обратном пути будем же заезжать тебя куда-нибудь, ну, заселять. Надо селиться куда-то. Ну да. Надо ночевать. Так-то вот вид отсюда красивый, вот. Вот там, Слава, уже правый берег называется, потому что на том берегу Оки город. Сильно очень расстроился. В час пик там пробки вечно оттуда. На вот на ту сторону. Да, на ту сторону. Как обстоят делишки на портале Авалон на сегодняшний день? Посмотрим сейчас. 6-го мы ставили. 19 тысяч вот ставили на сегодня. 20531 рубль. Отлично. По чуть зарабатывается. Вот в работе находится последняя сумма у нас. Все суммы вот ставил по 7 дней. Это отработало, заработало. Это тоже заработала сумма. Так что если кому Авалон портал интересен, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Народ, к Козельску подъехали со Славой. Посмотрите, какой ценник на бензин. Вон, 92-й 41 рубль 30, 95-й 44,65, дизельные 46 рублей. И его какие очередя. Мы со Славиком на кабанчике на его встали за кабанчиком. Когда тут вот, давай за ним. Слав, как ты считаешь, это нормальный ценник по сравнению с Москвой на бензин? Дешево. А в Москве почем? Где-то 47 рублей 95-й. 47? Да. А здесь 45-45. А, это со звездочкой, а тут 44-65. Мы со звездочкой сейчас зальем, я думаю. Но дешевле все равно, да, насколько? Да. На 2 рубля. У нас со звездочкой будет 48,5, 49, наверное.
48,5. О, нифига себе ценник. Народ с Москвы, кто смотрите сейчас наш ролик, приезжайте заправляться в Козельск. Правильно, Славик вам стоит. Ну что, заправились, Слав? А сколько жрет машина у тебя? 17 литров на сотку? Средний, да. Нифига себе, объем движка какой. 5,6. А что такой расход небольшой? Не знаю. Офигеть. Ну вот это средний показывает, 17, но... Если вот прям, знаешь, на газ не давить, так где-то 90 ехать, ну вот самый минимальный результат можно добиться. Давай девчонку довезем. Давай довезем. Девушка, давайте довезем-то. А куда, куда? А вам куда? Мы на рыбалку едем. Пожалуйста. Ну, здесь рядом? Да. Присаживайтесь, конечно. Спасибо большое. Да, да что пойдете? А сколько тут идти-то вам километров? Три. Три? Угу. Девушка, как вас зовут-то? Виктория. Меня Артур, это Слава. Очень приятно. Хотя с таким солидным видом можно представить его дяде Слава. А вы куда едете сегодня? А мы это, Вик, сюда на рыбалку. На Новоселке? Да. Знаешь, там пруд? Да, конечно, знаю. Вон, смотри, Ладно. Удочки у нас, посмотри. На Папне, да? Да. К Сашке, друг наш. Ну, я поняла. Слушай, там что такое трёц? Рыбалки любишь, Вик? Можем взять тебя с собой. Не, я очень сильно занята. Сегодня, да? Да, вообще. Сегодня ни школы же нет, ничего, как ты чем занята? Я работаю. А где работаешь? На косметике. О, ничего себе, молодец. Знаешь, что? Вот этот треск стоит, это что трется такой, Вик, посмотри. Это вот помидоры с огурцами. А, вот что было. Вик, видишь, у нас удочки хорошие, спиннинг. Да, мой брат тоже любит ходить на рыбалку. Ну, он со светлячками вот так ночью ловит, как мы? Он нет, не в ночь, он, получается, в 3 часа ночи выйдет, где-то до утра вот так до 8 посидит и все. Угу. Но он не на Ваниловку ездит, он дальше ходит. Не, на Новоселке, дальше там ездит. А там тоже пруд есть? Да, там еще дальше Покровска тоже есть. Хорошая рыбалка? Бесплатный. Хорошая рыбалка, рыбу приносит? Да. Еще нравится в Дементьевке. Ну, там тоже то, что знакомое есть, там тоже платно, но тоже, да, там много рыбы. О, ничего себе. Да, только в Дементьевку там, конечно, не проехать, это так грязно, когда сухо можно. Вик, в общем, трудишься, да? Нормальная зарплата-то? Хватает денег? Платили бы еще, нормально. Ну, а так немного, да, платят? 19. В месяц, да? А сколько времени, сколько работаешь? С утра до какого времени? Рабочие? Получается, с 8 до 10. С 8 утра до 10 вечера? Много так работаешь, больше 12 часов. Да, выходит, Слав? А что, сколько дней в неделю? 2 через 2. А, ну, это еще более-менее. Полмесяца, да? Ну, здесь-то понятно. Козельск, а дальше город-то сам, да? Козельск. Не, город вот туда. Вот оттуда, вот оттуда. А вы вообще откуда? С Калуги едем. А там, ну... Это вот город был, где заправка, да? Мы просто дальше заправки не ездили. Ну да, получается, дальше заправки, там уже начинается город. Ага. Слав, вот смотри, тут запаски накрутили. Если колесо проколешь, можно запаску взять. Гляди, сколько. Вик, ты вот где-то здесь, да, в деревне живешь или подальше? Ну, нет, здесь у меня родители живут. А они чем у тебя тут занимаются-то? Ну, какая-нибудь работа есть? Нет. Ничего, да? Ты одна, что ли, только в семье работаешь? Ну, у нас всего в семье 5 детей. Старшая уже жената, я вторая, третий брат и еще двое, две сестрички все дома. А так учишься, когда учебное время? Сентябрь, октябрь? Нет, я уже все работаю. А, все, да? Закончила? А школу где? Школа там же, в городе, в Козельске. А как за школа?
Папа возит? Ну так хозяйство есть у вас тут свое, Вик? Ну, конечно. Куры, возле магазина. Что возле магазина? А где магазин? Вот он магазин. Вы приезжаете в Миму, не знаете, где магазин? Да я-то первый раз. Так, теперь бы я. А ручка с тобой? Открывай, Вик, пониже ручка. Не, еще ниже рукой. Нашла? Вот это? Кнопочка? Не, ниже. Да, нашла? Я не вижу. Открывай его, молодец. Спасибо большое. Ага, счастливо. Ага, до свидания. Пока. Вот так вот девушка в деревне одна трудится в своей семье. А родители, видать, по хозяйству только шуршат. Ну, может, скотину какую держат здесь. Ну, деревня, видно, глухая, да, такая прям, Слав? Грибов, наверное, много. Глуши приехали. Домики, видишь, у него такие, Слав, можно оставаться ночевать в них. Mm-hmm. Да, Вика сегодня долго у тебя ручку искала, как дверь открыть. Mm-hmm. Ну да, тяжело ей было найти ее. Здоровые ручки. По-моему, арбуз упал, нет? Арбуз, сейчас посмотрим. Блин, арбуз упал и раскололся, Слав. Ну вот так и съедим мы его. Да. Давай. Так, Слав, смотри, бери, что возьмешь, и туда пойдем. Сашки он нет, куда-то на машине уехал на своей. Рассказал бы зрителю, как висит приборчик, называется твой. Прибор. Не знаю, работает, нет? А, работает чуть-чуть. Ну-ка. Сейчас есть, все работает. Работает? Да. Видно вон прицел в камеру? Видно. Только чего там видно, хрен поймешь. Ну как чего? Ты что, не видишь? Ну-ка, покажи их вот. Вот так вот, отлично. А что там должно? А, видно, нифига себе, красные, да. Вот батарейки, да, работать начали? Да, да, да. А, держи, Слав. Как называется-то, расскажи. Чего? Вот это все твое. Не, ну винтовка хулиган называется. Хулиган? Да. Кульки 5,5 калибр. Ага. Такие. Угу. Так, сейчас вставляем, надо... закрываем. Учитывать тебе направление ветра. Смотри, ветер сегодня сильный. И не знаю... Ну ветер, да, я еще прицел снимал, понимаешь? Ага. Куда стрелять-то? В лебеди вон. А можно? Ну попробуй. Попал? О, да. Все, Саш, а Саш, заработал этот. Фонарь? Да, прицел. Батарейки нормальные, рабочие. Слав, ну че, гляди, здесь уже прогорело почти все. Ну, надо сейчас засыпать на угли. Есть? Конечно, вот. Ага, вот на предохранителе. Все, все. Понял. Сейчас на. Спуск все. 5 граммов. Понял. То есть очень чувствительный. Вот в лебеде целься, точно попадешь. Снимай с предохранителя. Угу. И прям в той спуск очень чувствительный. Смотри. Прям вот в этот кружок, прям как есть. Точечка. Прям в точку, да. Ну, блядь. О-о-о. Мазанул. Круто. Не, я дернулся чуть-чуть. Рядом. Ну, Саша, рядом, молодец. Где пулька? Нет? Сейчас принесу. Саш, о, молодец. Нет, Артур, я первый раз, я просто еще зреница. Там угу. Надо вот эту точечку поймать, которая угу. Внутри кружка. Теперь а понял. Еще, Саш, надо немножко брать, что ветер дует. Ну, ветерок. Нет. Да, вот тебе немножко вправо и снесло, может. А, думаешь? Да, Слав, ветер-то тоже надо учитывать направление ветра. Может быть, ветер сейчас чуть дутит. Я не думаю. Да не, ну такой близко слишком. Да. Смотри, возводишь вот до угу. Упора. А, понял. Угу. Вот, кладешь угу. И все, и закрывай. Угу. Все. Так, ну-ка. Да, вообще нормально, конечно. Я назвал бы Ниву
Ишаком. Он же прыгает, ехали. Ну да. А чего это любая машина по той дороге запрыгает, Саш? Не только Нива. Ну, можно сказать, было. У Нивы еще одно название деревни. Ишачок. Чуть маловато будет. А может быть соли? Нормально, да. Может быть нормально. Это мы покушаем. То слишком соленый тоже херово. Как к соли относишься? Да. Ну тут надо, да, тут. Надо как-то угадывать. Лучше не досолить, блядь, чем потом соль жрать. Сейчас я пойду салатик сделаю. Мы здесь набрали. Народ у нас целый. Нормально. Отлично. Угу. Пойдет. Санек помогает салатиком. Ну как же. Артур, ты воды маловато будет, надо бы еще где-то взять. Ну да, сейчас наберем. Я не знаю сейчас, где у Сашки вода просто. А что там водой-то? Поливать? А немножко это туда на угли Славка льет. Угу. Помидоры вроде ничего. А руки сполоснуть. Там зайдешь по прямой. Там в доме? Да, заходи, Слава. Прямо иди. Вот там, ага. Ну, уже румяная баранинка. А ведь когда-то еще бегала по лужайке. Баранину. Это свинина. Ну да, это повтыкай нормально. А это вот давай возьмем один на пробу какой-нибудь. Угу. Ну вот этот тут, наверное, точно не готов. Возьмем, да, попробуем. Угу. Саш, попробуешь? А нож где? Вот. На, Слав. Угу. Ты у нас специалист в этом направлении. Ну, свинина готова наверняка. Пробуйте. Она готова. Я вот да, свинина отлично. Шикарно. Да и баранина, я думаю, тоже. И соли достаточно. Угу. Посолено хорошо. Вкусное получилось. Нормальный борешь? Слав, борьба нормальная? Я не знаю, где она там плавает. Крути катушку. Крути, крути, вот да, так? Вот так. Крути, крути. Это в коряге заведет, Слав. Быстрее крути, ты ему дал, смотри, куда уйти. Я, нормально, это я раскручиваю или закручиваю? Нормально, крути. Идет или не идет? Ну-ка, дай потрогай. Да идет, идет. Давай, давай, на себя, по чуть крути, а то он в коряге заведет. Не спеши, ага. Как ощущение? Хорошее. Пониже удочку вот так опусти, Слава, ага. Вовремя ты сюда подошел, помидор. Да, прям, блядь, еще заметил, молодец. Удочку ниже опускай, Слав. Вот так. И покороче, держи. Сейчас как бы под мост не убежал. Подкручивай, подкручивай, да? Еще подкручивай, удочку ниже опускай, Слав. Вот так удочку опускай. И вот сюда на. И приподнимай чуть. Не-не, вот так вот. Не крути катушку. Подымай, 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 подымай. Все, все, не крути катушку, не крути. Ага. Давай, держи. Красава. Дудочку. О. Хорош. О, Слав, ну ты молодец, блин. Без какой-либо помощи сам тут вовремя пошел за помидором.
На, подержи, поснимаешь, Слав. Давай. А я ему это крючок вытащу сейчас. Сейчас он чуть побесится. Крючочек-то маленький. Нет, вот этот не особо. А тогда помнишь на 7 килограмм? Ну да, все, отлично. Слав. А. Ну чего ну, это? Ну, видишь, не зря я помидор пошел. Поближе погреть. К нему это, поднеси камеру, еще ближе. На, держи удочку. Блин, у меня все руки в этом, в карпе. Это твой, Слав. Все, карп рязанский. Поджигай. Махмуд, поджигай, да? Люди скажут, что они там, по два раза, что ли, в день шашлык жарят? Да, сейчас будем это, карпа твоего будем готовить на углях. Слав, слушай, вот расскажи немножко про Америку. Помнишь, ты в Паттайе меня все соблазнял, говоришь, давай это, сделаем тебе визу американскую, да. Вместе в Америку поедем. Чем так Америка тебе понравилась? Ты же много раз туда ездил. Да. А знаешь, чем? Там собрана культура всех стран мира. В Америке, да? Да. Вот ты хочешь, допустим, в индийскую атмосферу окунуться? Ты просто едешь в индийский городок. Есть, да, там так? Конечно. Хочешь китайский, пожалуйста, едешь в китайский квартал. Ну, как квартал. Это, в принципе, это город. Прямо они скопление именно одной нации? Да, то есть там вот такая вот у них наша атмосфера. Ну, Китай. Угу. Одни китайцы, все надписи на китайском, рестораны китайские. Повара китайские, китайские официанты, китайская еда. Офигеть, а американцы в этих кварталах? Китайская архитектура. Также ты едешь в индийский квартал, то Индия, Джапантаун, допустим. Угу. Ну, это рядом с вокзалом там в Лос-Анджелесе. То есть едешь там прям Япония, понимаешь? Попал, как будто ты в Японии. А среди них американцы местные живут? Нет. Вообще? Нет. В Японии, ну, это в японском, значит, городе японцы живут. Там корейцы, тут китайцы. Там... Офигеть, а полиция чья? Ну, вот полиция, американцы могут быть тоже. А, правда? Спокойно, да. То есть, вот как чей квартал, там и полицейские местные. Нифига себе, никогда бы не подумал. Ну, они потому что со своими быстрее договорятся. Угу. Понимаешь, они на своем, там языке с ними нормально общаются. То есть, вот чистого американца... Они, ну, как бы в меньшей туда степени пошлют китайский квартал обслуживать. Угу. Китайцы туда посылают. О, китайцы обслуживают китайцев. Угу. Они с ними, ну, как язык. Ну, и, соответственно, знаешь, вот ты хочешь, допустим, вот в Штаты, если один раз попал, ты можешь там посмотреть культуру, архитектуру всех стран мира. То есть за одну поездку много стран как бы разных посетить. Понимаешь? Ну, кстати, не только. Вот в Таиланде такого нет. Нет, да. А потом, где, ну куда ты не поехать, там в Турцию, понятно, да? Не знаю, куда еще. Слав, ну нет такого. Слушай, ну Таиланд, вот тебе, смотрю, тоже очень понравился. Там мы с тобой познакомились, не один сезон ты ездил. Да. Чем привлек-то тебя Таиланд? Таиланд, ну Таиланд, там как бы климат хороший. Климат, да. Пища. Ну, еда, да, климат, вот это вот все, понимаешь, оно, как тебе сказать, ну, оно, может, даже так и доступно, и какой-то, знаешь, первобытный там вариант этого всего. Слава, у тебя спички? Ну, да. Да. Чего хочешь сделать-то? Ну, пойду маленьким рыбкам пожрать свою. Пойдем. Пойдем. Слав, сейчас подойдем, ты тут за главного, да, не стреляй только сгорел. Больше. Саша, воды налил? Да, сейчас мы закипятим, и малек будет. Ага. Где чего поджигаешь-то, покажи. Сейчас мы тут, агрегат у нас. Придумал, да, и дрова не надо это тратить. Это жмых. Жмых, да? Еще вот бочка с маслом.
Блин, загудела труба у тебя. Саш, ну что, покажи, поделись, как ты здесь живешь-то с народом. Заходи сюда, народу. Все у тебя здесь по-домашнему, как у взрослых. Ну, что ж поделаешь, живем. Ага. Что, живем вот помаленечку, Артур. Приезжай зимой, вместе будем бичевать тут. Да, давай, покажем-то. Картина у тебя есть. Это и огромная ответственность. Картину у кого приобретаешь? Это в Калуге купил. Уголок у тебя интересный такой, церковный. Старец Амвросий, Саша? Это Амвросий, да, наш местный. Ага. Хороший святой. Это какой-то отпечаток накладывает большой. Просыпаешься кругом моря. Да, у тебя ничего себе тут икон. Святые отцы окружают тебя. Да. Да. Без них никак. Красота у тебя здесь. Офигеть вид. Саш, слушай, второй этаж, лесенку такую интересную сделал, красивую. Там дети приезжают, да, иногда. Угу. Вид, конечно, у тебя выход, блин, изумительный. Корабль, который никак к берегу не причалит. Плыву, плыву, и до берега не могу домой. Это капитанский мостик. Ты как пират, да? Ага. Саш, гляди, уже голову жрать. О, уже сожрал. Ну-ка, покажи, сколько ты тут сожрала. Офигеть, смотри, отходить не хочет. Что-то ты же не сказал. Вот так вот карпик у нас получился. Блин, не поприсутствовал я, когда его разворачивал, Санек. Но вытаскивал тоже карпа. Посмотрим, зеркально. Потрошка посмотрим, видите? Там внутри помидорчик у нас. Горячий? Горячий, да. Ну все, получился, Саш? Ну, да, он спекся. Ну посмотрим, что по вкусу как. Ага. Так, Славик, ничего себе, как настоящий мужик деревенский с дровами идет. Ну что, нормальную роль себе нашел, Слав. Вот так вот сейчас может что разгорится здесь. Нет, это ты сырые дрова взял. Да я знаю. Не разгорится? Ну, сохнет, подсохнет. Ну, угли там есть, да. Ну что? Пробуй. Мало соли немножко, не досолил. Сколько дрова-то у вас тут стоит? Закупка. Закупка? Закуп. Вкусный. Я не пробуй. Знаю, как, по-моему, машина кубов 6 тысяч 10, наверное. 6 или 7 кубов. Ну, где-то в районе десятки. Можешь прям руками щипать попроще, Слав. Как вот дрова еще нес, как деревенский парень. Так же и карпу можно. На, по помидорочку. Сейчас. Да. Запекся? Сейчас смотрим, что Славик скажет. Он же спец по еде. Даже помидор затушился. Ну я же говорю, тут пахнет помидором, будь здоров. Пробуй, зрители ждут, чего скажешь-то. Пробовать, а я его чищу. Он самую цену содрал. Соленый очень вот этот сверху был. Надо с ребер брать, Слава. С ребер самый, вот он, самый жир. Не сильно горячий? Вот он. Вкусный. Вкусный? Угу. Ну, он со спины, а я взял с ребер. Ну, да, я с ребер тоже. Да. Вообще отлично. Вкусный, вкусный. Ты так опоздаешь, пока снимешь, мы его съедим. Ну, а что сделаешь-то? Так, ну я-то попроще, не буду, как Слава, с вилкой-то возиться. О! Ну, а ты думаешь, подписчики что скажут на этого карпа? Подписчики скажут, ребят, оставьте нам. Попробуй. Так их 50 тысяч. А мы знаем, что им ответим. А, сколько их? 135 тысяч? 135 тысяч. А мы знаем, что им мы им ответим. Скажем, ребят, сюда приезжайте и поймайте, как Слава сегодня, и попробуйте. А если тут челлендж устроить, то 135 тысяч человек сюда подъедут на рыбалку. Ну и пусть весь пруд окружают, садятся с удочками. Сашка тут соревнования устроит, призы, да, будем разыгрывать, Саша. А здесь уже были соревнования, между прочим. Слушай, были. Так получается... Фольксваген приезжал же по хищнику. А, по хищнику, да, были соревнования? 2 года назад. Так а где их в Козельске всех разместить, ты 135 тысяч? В палатки пусть с собой привозят, на берегу спят. Так утром проснулись. До Калуги будут стоять палаточные лагеря. Вон
135 тысяч, да? Да. До Калуги выстроят палатки. Они в Калуге будут в палатке спать, где менты подойдут, скажут, вы что тут? Они скажут, мы на рыбалку в Козельск приехали. Ну, смотри, скажут, менты, если вам не с кем поговорить, тут палаток, вон еще 135 тысяч стоит. Идите спросите, зачем те приехали. Покажем. Народ, ну что, собираемся со Славкой в Калугу возвращаться? Саня уже спать пошел. У него работы много, с 6 рыбок маленьких кормит, кашу им варит. Что вообще, Слав, скажешь-то, понравилось тебе водоем, рыбалка, отдых? Да, да, понравился. Еще собираешься в Калугу? Приеду как-нибудь. Ну и отлично. Ну что, народ, всем счастливо, мы еще с вами увидимся. Давайте до встречи. Слайк, попрощайся. До свидания.